Они продолжают традиции пионерского движения в 21 веке. С каждым днем Белорусская республиканская пионерская организация пополняется инициативными ребятами и уже насчитывает более 570 тысяч девчонок и мальчишек из разных уголков Беларуси. Сегодня праздник «Салют пионерскому галстуку». Этот праздник посвящен 25-летию общественного объединения Белорусская республиканская пионерская организация. Этот праздник у нас особенный, потому что мы пришли к нему с определенными успехами. У нас достигли высоких результатов. Дипломы различных степеней за победу в областных, республиканских конкурсах и трудовых акциях. Солигорские пионеры не раз занимали победные места и получали награды за участие. 5 делегатов представляют сегодня районную пионерскую организацию на международном слете пионеров. 24 сентября 4 человека представят Солигорский район на областном слете. Их, а также других участников пионерского движения, которые вносят свой вклад в развитие пионерской волны, представили на праздничном мероприятии. Участие в нем приняли и ветераны Великой Отечественной войны.